Обратите внимание, у воды есть 12 физико-химических свойств. Я буду идти по часовой стрелочке. Первое – pH, кислотно-щелочное равновесие. Второе – ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, энергетика воды. Жесткость – это наличие солей. Минерализация – это наличие минералов. Температура, поверхностное натяжение, вода должна быть жидкая. Есть биологическая чистота. Обратите внимание, бактерии, вирусы, грибы, паразиты, они там живут, и они там должны жить, потому что в природе это их место жительства. Также есть соли тяжелых металлов. Есть еще два новых свойства, про которые я говорила немножечко раньше. Структура и информационная память. Так вот, все это в нашем организме должно быть немножечко особенное. PH у нас должно быть для воды, которую мы потребляем, слабощелочное. Заряд должен быть минус 100, минус 200 милливольт. Нам нужна средняя жесткость. Нам нужна минерализация невысокая. Нам обязательно нужна температура тела. То есть нельзя пить холодную и горячую воду. Нам обязательно нужно низкое поверхностное натяжение. То есть вода должна быть жидкая. Мы за полное отсутствие паразитов, простейших, грибов, вирусов, бактерий. Нам также не нужны соли тяжелых металлов, но нам нужна структурированная, а это значит очень упорядоченная вода.